Это улица Минжинского в районе метро Бабушкинская. Ничего тут особо примечательного нету, по большому счету. Вот трамваи люблю снимать и поезда, ну, поэтому вот и заснял. Вот, собственно говоря, это район новостройки. Вот, ну, новостройки, видимо, где-то 70-х, 80-х годов. Так что ничего исторического здесь нету. Вот, детский мир есть, неплохой, кстати. А дальше, если пройти вот ту сторону, там, вот там, где деревья, там река Яуза протекает. Вот мы сейчас мы ее посмотрим. Пока она окончательно не заросла бурьяном, там травой и кустами зазеленевшими.